Ну что, дорогие друзья, мы в следующем симуляторе компания «Астарон», естественно. Наша любимая компания предлагает нам опять какой-то корабельный симулятор. Я не знаю, какая красота. Симулятор 2019 года. Опять-таки продолжаем корабельную тему. Я уже почти все приобрел симуляторы от компании Астробон. Сейчас последние остались корабельные. Мы их с их официального сайта все приобретаем. Да. Ну, птицы летают. Ну, как мы подбежим к графику. Вода живая, смотрите. Они вас скрыло как у них. Паром, как он называется, баржа. Так, ну в чем суть? О, офигеть. Можно забраться сюда, что ли? Вот. Ну а вот, друзья. Все нравится. Все нравится. Все.
Но чего-то все равно не хватает до пятерки. Графика просто не так скучно. Хоть отменная. Игра просто. Не хватает сложности. Не хватает сложности. Не хватает еще чего-то динамичности, наверное. Не хватает музыки где-нибудь. Это как я положил-то криво. Кривые руки. Видите, не хочет охватывать. О, может он по этому трапу ходить. Сейчас она поплывет, наверное. Хорошо бы я на нем плавал, когда это два в одном был симулятор. Кстати, у меня был уже один симулятор наш. Экран проходит симулятор. Все. Ровно вообще. Что еще нужно? Может другого цвета надо поменять. Ну отпускай.
все пять получим, да. Зачем предыдущие были игры? Вот это одно и то. Все 5 баллов получим. Нет, все равно 4. Один всегда на постоянно. Всем пока.